Ноябрьск сегодня окутал дым и чувствовался сильный запах гари. Этот неприятный аромат, по словам спасателей, принес в город северный ветер. В районе Таркасале зафиксирован очаг возгорания. Тем временем с 27 июля в округе введен режим чрезвычайной ситуации для специалистов, задействованных в тушении пожаров. Уточняется, что режим ЧС для населения на территории округа не введен. На данный момент на Ямале действует 56 природных пожаров на площади более 4000 гектаров. Наиболее сложная обстановка остается на территории 4 муниципальных районов. Уровского здесь действует 17 пожаров, Шурышкарского там их зафиксировано 7, в Приуральском 12 и в Красноселькубском сейчас полыхают 13 пожаров. Это означает, что силы и средств работают в повышенном круглосуточном режиме. На данный момент угрозы населенным пунктам, социально значимым и объектам экономики не существует. Сегодня, 29 июля, в 15 часов, прибыл борт Ил-76 МЧС России в аэропорт города Салехарда. Самолет планируется задействовать в тех местах, куда из-за высокого задымления доставка пожарно-десантных групп пожарам невозможна. Его мощность составляет 46 тонн воды, полоса покрытия пожаров 60 на 80 метров.